Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский освобожден от дальнейшего отбывания наказания. Как сообщают ряд информационных агентств, уже покинул территорию колонии в карельском городе Сегежа. Указ о помиловании президент Владимир Путин подписал сегодня. Накануне после ежегодной пресс-конференции Путин сказал журналистам, что Ходорковский, ссылаясь на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать, уточнил Путин, написал прошение о помиловании. Михаил Ходорковский должен был выйти на свободу в августе 2014 года. Но инструмент...